Я помешу. Конечно. Ух ты, ё-моё, как приятно расслабиться. Так, а ты уже повисел, да? Да, было. Тогда ты и начинаешь. Ну, правильно, логично. Тогда ты начинаешь. Не будем, да, 400. Вот это вот как-то, как разминка, понятно. Что-то ты сломался. Не сломался, а что-то... Потихонечку. Ну, может, далеко лег опять? Потихонечку. Мне показалось, что ты неправильно легся. Да? Да. Мне показалось, что далековато. Потихонечку, плавненько так, давай. Чтобы прочувствовать новый станок. О! Мне кажется, он волшебно, прям без этого легко-легко пошел. Это хорошо. Башня закружилась, непонятно. Правильно лег и сразу же не идет, а чуть-чуть подвинулся и легко пошло. Я схожу, ты меня сейчас башка ломает. Синергия пошла через тебя. Придумал, что это не падает. Присядь, спасибо. Непонятно, напряглись, сдеют руки. Но у меня тоже как спина пошла. Блин, лежал на тазу, а большие мышцы спины сработали. В двух местах руки. С одной стороны. Вот это вот, да, да.
У тебя тоже выздоровел, ничего? Да, ну, это был один день, как побыл, ну, поехал. Лежу, болею, умираю. Сейчас легче всего со всех подходов, сейчас самый приятный был. Прошла энергия. Видимо. Оживляющая. Видимо, сейчас что-то пошло такое прям. Как попал в состояние. Мягко пошло. Мне показалось, что тут далековато высунулся, надо было чуть назад. Ну я на этом и закончил. Ага, поправ, поправ. Все точно неправильно, Леха. Я тоже попробую. Что-то непонятно. Ну, не хватило. Ну, самое интересное, вот мы сейчас поднимаем. Если раньше у нас где-то закусывало, да, то мы ее не могли стронуть, да? А сейчас вот вроде даже она и плавно пошла. Я чувствую. Без закуса. Я по себе чувствую. Если закус есть, мы бы уже там вот эти килограммы нет. Это... Ну-ка, Ленька, далеко, недалеко. Как я, Лех? Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Сюда? Да. Да, да, да. Вот так, да? Вот так. Станок пошел. Станок пошел. Станок пошел, да. И давай со 30. Наверное, со 140. Давай. А то я вообще-то со 120 начинаю, ну хрен себе. Давай со 140 попрем. Со 140. Не будем мелочиться. Так, ну я ж начну по очереди. А, ну давай. Да. Семен, раз, раз. Не так, не я не думал, ты больше начнешь. Только это. А я в прошлый раз 140 только поднял. Да ты как говорил. Я 540 поднял. И 150. А, сейчас 150. 150. Ну вот. Отлично. Запишем. Разминочный пошел. Хорошо. Прогресс идет. Да, пошел легко. Легко. Да. Вот ты пошел понемножку. Десяточку прибавил. Да. Очень приятно. Да. Вот сейчас стало приятно. А на полтишок уже не менее. Еще не вкусно. Да, ну ты. Так и я их постараюсь. Не этим. А тем. Сколько ты будешь?
попираешь становишь. Как-то поднял и начал елозить. А, она поднялась, а потом начал елозить. Да. Ровненько руки включи. Я же ищу положение. Одна рука не включена, другая не, нет. Включена, нет, я чувствую сейчас. Хорошо. Хорошо. Каждый день ты торопишься. Ты вот не настроишься, а все продолжишься и сразу пытаешься перейти. Я уже там настроился. Спокойно, да? Мягенько пошло. Я не заметил, когда оторвалось. Да? Ты успеваешь, заметь, она уже оторвалась, а ты просто держишь. Уже оторванную держишь и держишь. Да тоже же я не пойму, я вот поднял. Я же его не видно, оно поднялось сразу. Можно говорить тебе, поднял. Поднял или не поднял. Собой. Все. Уже все. Поехали. Ну, спокойно как-то. И тоже момент отрыва я не почувствовал. Ни один мускул не дрогнул в том лице. Хватит. Не согласен. Ну, ты так это сделал? Все, просто. Едет хорошо сейчас, но масло побежало из этого. Уже поднял. Уже поднял, не держи. Она заметно отрывается? Да. Сантиметров на 2-3 уже поднялось, да, ты еще... Да. А ты прешь дальше. Поднялось, я чувствую. Вот и я же говорю, что... Ну ничего, главное, цпок. Да. Ой, прям уж приятно. Так вот, да, стал ты ножом. Поработай. Да, этих нету звуков посторонних, скрежет там, блин. Притерся, да? Да, он притрется. Притрем, блин. 40. Жарим запахло, да? Эту. Поднял два. Поднял, да. Да что прочувствовать лучше? Да. Первый раз как-то его туда-сюда, второй раз. Седло, хоп, еще и прогретое. Ну да, я прогревал, это похоже. Я на одно туда поднимаю. Ну да. Все плохо. Вот чувствуется, да, затирает. Да, все, прям все вместе. Аж сошлось сантиметр, по сантиметру с каждой стороны, по-моему, аж сошлось.
Я не заметил, что что-то ничего. Что-то это. Я штангой мерил, пятерка. Пылесосы и кота перевернули. И братья кота закатились. Ну хорошо. Хорошо. Ушел задом далеко. И вот так задом? Вот, да, вот так вот тянешь наискось. Управляя стремена. Вот. У ГК уже как бы видно куда. Ровно. А у тебя прям сильно что-то туда ушло. Вот. Спокойно. А у тебя прям. Куда? Туды. Куда? Куда? Ну так еще как бы вот если ты да, чуть, так, знаешь да. Что, чуть вперед, мне кажется, ее выйди. Во. Да. Вот так ты ровно теперь стоишь, да. Ровно. А ну подожди, а можешь еще качаться попросить? Начал. Сейчас, перекур. Сейчас. Энергетическая дуга, как эти говорили, действует. Вот они стали с двух сторон. И так чуть. Да, раз. И она пошла легче, чем те. Ну, это я тебе скажу, чуть стронулась, но тогда уже тебе легче пошло. Я что, вроде как взял? Да. А смотри, как у него. Видишь? Ну, ты поправился? Да я такой и был. А то я тоже подвинул, оно и тянется, и тянется. До хрена разорвано. Потяните раза два, чтобы понять, как, куда ее тянуть, как она тянется. Это я думаю, даже более прогрессивная методика. Нежели на разу. Траектория, куда я? Да, да, небо ощутить. А тут уже тут надо вот это не заморачивайся. О! Станок надо нормально. О! Ты немножко как бы подсядь и тут она. Я да. Понял, ладно, подсядь и в спину. Да, убавить. Да, да, да. А да, ты да. Чуть ли не руками в раз. Да, 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 да. Потянул. 70 вешу, 200. Раков приходил. Я вот 140. 140 только. Значит, прогресс на лице. Тренировка ж идет, а может быть. Это не тренировка с вами. Ну, нет, все ж. Это на работа. Это энергетическая наработка тут идет. Спину размять там, в лопатках. В лопатках размять спину. Мне кажется, ты чуть шире берите, удобнее будет, а то ты как-то... Ну, я-то тебя поначалу взял, так я сначала не понял, как. Ну да, она чуть вот за ногами, чтобы тебе удобнее будет. Это для
Да ладно. Мелочно. Как-то ты так вообще даже не задумался. Даже ты не готовился вообще. Нет. Да все каждый раз по-разному. У всех и у всех по-разному. Смотри, у меня тут раз позвоночник вот так. А на вот этом упражнении вот так. Вот на этом упражнении меня тык, и потом на следующий день еле встал. Куда втыкнуло, да? Да. Ты свои, внес свои эти... Коррективы? Да, двукратные. Двойные нагрузки звал шпарить. Ну, потом какая-то осень у него была там. Кил на 300-400 он приседался. Трактор, стельки. Отлично пошло, да? А ты на дикуля похож. С бородой с такой. Это сколько у нас сейчас? Это 260. Вот, траекторию и... Там, спиняки не запрещает, но по-моему это зря два раза. Спиняки пробивает. Не спеша так чувствую, где там что-то. Есть, да? Ну да. Я думаю, на сегодня мне хватит. Хватит, да. Пойдем больше. Стою, что начинаю мерзнуть всегда плечами, но просто у меня голова и пошла. Да е-мое, что ж такое. Колбекция. Горячие пирожки. Или варенье? Мокрое. Масляное. Поешь как дурень мать. Я раньше боялся именно вот за это. Напрягалась вот здесь вот, что тут что-нибудь лопнет, вылезет. А это сейчас я вижу, все там держит. Укрепилось. Да, что я как-то смело. Значит, работает станок. Угу, станок работает. Мне хотелось как раз вот эти большие диски в тяге поднять. И как раз выходит их 360 вешаешь. Да, получается. Ну они же 340, 360. О, желудочек заработал. И все остальное. Ну хорошо, там как раз середину пробивает. Середину спины пробивает. Туда, да? Такое движение, как будто сейчас с прогибом кинет. Ну, ну да, рванет. Туда ее качай. Ну давай, Саша. Так, ага. Где может от тебя? Справненько стань, как тебе удобно, чтобы оно, знаешь, как-то лежало на спине, никуда не это. О! А! Я не посмотрел. Ты так сам почувствовал? Нормально? Да. Нормально. И сюда как раз. Вот сюда. Залез. Вот. Понимаешь, еще один. Залез. Все нормально, но мышцы вверху все равно у каждого по-разному, и каждый по-разному становится. Я не обратил внимание. Ты может. Становишься, я попытался так, как стать, а у меня она становится куда-то не туда. Ну, от состояния приходится вот это все
привет, а потом, чтобы они поняли. А? Отлично. Можешь еще разок с этим весом тогда повторить? Большой добавляем. Да, 200 так. Нехотя. Взлетают. Дуплет. По два раза. Все.